Компания «Полиметалл» провела среди школьников города олимпиаду по химии и физике. Участие в ней принимали учащиеся с 7 по 11 классы. Подробности смотрите далее. Олимпиаду по химии и физике среди амурских школьников сотрудники Амурского гидрометаллургического комбината проводят ежегодно в рамках профориентационной работы. В этом году олимпиада проводилась в новом формате. В этом году мы проводим единую городскую олимпиаду для детей 7-11 классов по химии и физике. В этом году олимпиада проводится в новом формате. То есть мы решили проводить не по школам, а как бы в более таком взрослом, что ли, формате. То есть уже все как, ну, серьезное мероприятие, общешкольное. То есть мы собрали всех ребят, ну, чтобы они, возможно, познакомились, посмотрели, как реагируют, сколько людей участвуют, ну и как бы пообщались между собой. В актовом зале Дома молодежи со всех школ города собралось более 130 детей. Компания «Полиметалл» продемонстрировала для детей красочный фильм о работе компании, о том, какой путь проходит золото от горной руды и заканчивая слитками. Первая любовь. Работы по добыче руды здесь ведутся с момента основания предприятия. Олимпиады в таком формате помогают школьникам посмотреть на всех тех, кто принимает участие, пообщаться между собой, поделиться знаниями. Но и самое приятное, что в качестве приза победители получат путевку в детский лагерь «Созвездие». По прошлым мероприятиям, то есть у нас есть дети, которые участвовали в олимпиадах, и сейчас они учатся по нашим направлениям и заключили с нами целевые договоры. То есть целевой договор дает возможность получения дополнительной стипендии детям. Это гарантированное трудоустройство, соответственно, после окончания университета и поддержка студентов на протяжении всей их студенческой жизни. То есть это и организация практик, оплачиваемых практик, интересных практик. И во время практики они не просто работают, они еще, Совет молодежи привлекает их к различным внерабочим мероприятиям. Компания «Полиметалл» не только на протяжении учебы поддерживает ребят, но и после окончания высшего учебного заведения. После трудоустройства в компанию поддержка продолжается на протяжении первых лет работы. У молодых специалистов есть наставник, который помогает в работе и помогает развиваться. Также для молодых специалистов есть программы, такие как научно-производственные конференции. Я решил пойти сюда, потому что мне физика чисто просто интересна и хочу связать свою жизнь с ней. Я сюда пришел по той причине, что я сдаю экзамен по физике, и хотелось бы проверить себя, что я могу сделать вообще. Это ваш первый раз, когда вы участвуете в такой олимпиаде, именно вот в этой олимпиаде? Второй раз. И как ваши успехи были в прошлый раз? Я занял третье вроде как место. И поехал в лагерь «Созвездие» на смену «Созвездия Skills». Я стал призером, мне там чуть-чуть не хватило до призового места. Ребята учатся в 10 классе, но уже сейчас думают о своем будущем, а именно о том месте, где бы они хотели работать. И такие олимпиады – это большой шанс узнать свои возможности в предметах физики и химии. Я хочу поступить в Комсомольский-на-Амуре государственный университет по целевому обучению, чтобы в дальнейшем меня могли трудоустроить на «Полиметалл». Олимпиада длилась 2 часа. По завершению каждый получил опыт, общение и, конечно же, пакет с подарком, который также подготовила компания. Ирина Арабинская, Юрий Щетина, телеканал «Амурск».